Всем привет! 20 мая 2024 года. Село Старцево, улица Лепешкинская. Храм в селе Старцево. Давайте зайдем. Храм святого Николая. Старинная церковь, очень интересная. Еще с другой стороны сниму. Такие окна своеобразные. Как-то велик бросил неаккуратно. Обрадовался, что в это место наконец-то попал. Как-то я собирался. Так, ну что, давайте вокруг храма обойдем. Внутрь я не буду заходить. Тут звонница, Лепешкинское кладбище, колодец. Ух ты, запах такой деревенский, интересный. О, уж не навозом ли пахнет. Замечательный запах. Тут протоиерей Квятович Иоанн Васильевич. Так, это надо снять получше. То я знаю, есть люди, которым этот человек близок и дорог. Вот фотографии на памятнике. Вот годы жизни. О, смотрите, сколько прожил человек. Хорошо, долго. Крест. Замечательная могила такая. Не знаю, что сказать. Мне нравится, когда люди живут долго. Так, пойдем дальше. Еще протоиерей. Ну, возле церкви обычно хоронили священников. Само кладбище-то вон оно, за оградой церкви. Кладбище большое, старинное. То есть, видите, храм отделен от кладбища заборчиком таким. Немножко сейчас со стороны еще храм сниму. Вот как выглядит. Старинная церковь такая. Красивая. Прям чувствуется, что старинное здание. Не знаю, какого года постройки. Давно сюда хотел приехать. Снять этот храм. Корабль спасения. Так вот называют православные храмы. Они похожи на корабли. Корабли спасения. Кукушка. Кукуй мне, пожалуйста, побольше.
Еще покукуй. Хотя я слышал, как она куковала еще и когда пруд снимал в предыдущем ролике. Туалетик. Вот. Ну все, наверное, поехал я дальше кататься. Улица Лепешкинская. Сейчас еще чуть отъеду, с того ракурса сниму. Этот столб немного мешает. Ну, у меня еще в планах пара прудиков сегодня. Вот. Вот эту, наверное, картинку поставлю. Сейчас. На заставку надо картиночку получше выбрать. В тенек велик. Во, отлично. Я люблю, чтобы церковь с крестами в кадр входила. Вот Лепешкинский храм Николая Чудотворца, святого Николая. Рад, что сюда заехал. Ну, все, наверное, поеду я дальше. Вам спасибо за просмотр. Смотрите следующий ролик. Если понравился этот, поставьте лайк, напишите комментарий. Можете также пополнить баланс моего сотового телефона Мегафон 8 920 889 20 на услуги связи, звонки, смс, интернет. Вон там кладбище. Так, наверное, даже лучше. Не знаю, посмотрю, как картинка получше будет. Ну все, смотрите следующий ролик. У меня в плане еще пару прудов. Вот там они находятся. Поеду.